Эй, Каван, у меня есть для тебя работа. Как говорится, двойная порция. Да, сначала тебе нужно уничтожить дорогую и сложную спутниковую базу, при помощи которой правительство блокирует торговые маршруты. А потом найти и убить китайского бизнесмена по имени Ли Хофук, предателя, который украл и перепродал тонны уларской контрабанды бандитам в Макао. Теперь нужно найти эту чертову тарелку и уничтожить ее. Рядом есть две панели управления. Найди их и включи, сэр Даду. Запросто. Отлично. Просто... Что? Ага. Кажется, предатель Ли Хофук двигается в твоем направлении. Учти, что этот бизнесмен сделан из крепкой стали. Убей его для меня. Считай, что его нет. Вот он! Ха! Думаешь, смог... Ли Хофук нашел свою смерть. Теперь можешь снова заняться спутниковой базой, сэр Даду. Вот уж не думал, что с тарелками выйдет такое веселье. Пассажиров брать не велено. Перестроиться!
тебе понадобится большая огневая мощь, сэр Даду. Взрывчатка или пушка, не меньше. Я так и знал. Мы его обнаружили! Пришлите подкрепление! На землю! Укрытие! Я просто разбит. Ракета на цели! На Пануанский спутниковый центр сегодня напал безумец-одиночка, иностранный террорист. После короткой перестрелки террористу удалось скрыться. Утверждают, что тело просто-напросто испарилось под градом метких выстрелов элиты пануанской армии. Я простой человек, Скорпион. Мне не нужны почести. Но и у меня есть маленькая слабость. Гоночные машины. Укради для меня одну. Бриллиант из коллекции миллионера Тома Гунавана. Добудь мне машину, Скорпион! Ай, хорошо, прекрасно. Теперь нужно только сдать машину своим. Тысяча благодарностей! Машина моя! О, стальное совершенство! Фуйше, маленький засранец.
отказывается выплатить мне долг. Сегодня его ежемесячные поставки направляются в этот район. Захвати их. Проучи мерзавца. Отлично. Теперь передай мое сообщение. По одному фургону за раз. Он там кровью истекает. У нас замечен противник. Направляю все свободные отряды. Мы на месте. Перестройся! Тебе конец, свинья. Превосходно. Думаю, этот джентльмен все понял. Мы заходим. Захожу. Враг на моем участке. Эй, ты, стоять! Убейте его! Ракета запущена!
Умный в гору не пойдет. Ты для нас просто находка, Скорпион. Может быть, ты и вправду тот, кем кажешься. Друг Ула... Мы, Улары, простой народ. Мы живем землей и на земле. Так повелось со времен наших предков. Но новых врагов приходится побеждать новым оружием. Так что нам нужно захватить военный склад в джунглях Пулау Киянтанан. Там мы найдем нужное нам оружие и продолжим свою священную войну. Этот склад хорошо охраняют, но они не устоят перед тобой и моими уларами.
тебя, сэр Дадух. Ты должен доставить меня в центр управления на верхнем ярусе. Там я проникну в их систему и сменю коды управления. Вперед, братья мои! Скорпион, не забывай, меня надо охранять! Ну, все, тебе конец. Ко мне, Лары! Обойдите его! Я захожу. Разберись с солдатами в башне. Дайте ему уйти. На нас напали! Выше головы! Ему не уйти! Убейте его! Ой! Ха! Вперед, Улары! Нам нужно захватить этот склад! Вход открыт! За мной, братья мои! Его. Где он? Вижу! Ах ты, кусок навоза! Тревога! Тревога! На сектор совершено нападение! Пошли! Проклятые мерзавцы! Нам не пробиться! Скорпион, проберись туда и открой нам вход! Он! Он меня зацепил! Вперед! К следующей баррикаде, братья! Обнаружен враг! Тревога! Проникновение! Там снайперы! Разберись с ними, Скорпион! Во славу панов! Отлично! Улары, вперед! Скорпион, займись пулеметом! Отлично! Вперед, храбрые Улары!
Отлично, мы справились. Осталось только взломать их систему. Скорпион, прикроешь? Вышлите подкрепление! Так, погоди. Черт его дери! А если вот так? Да! Держись! Уже почти все! Выйди головы! Скорпион, сбей этот вертолет! Скорпион! 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 Вышло! Ха! Теперь это собственность Уларов! Клянусь кровью предков, мне это нравится! Становись к пулемету! Прекрасно! Спасибо тебе большое! Набери оружие и патронов здесь, сэр Даду! Противник в секторе! Стрелять в чужаков без предупреждения! Это нам пригодится.
и Каван. Скорпион, мне нужна от тебя одна маленькая услуга. Ты должен встретиться с одним из наших информаторов в правительстве. Его ахиллесова пята — наркотики, а потому он весьма уязвим. Проблем с ним не будет. Слушай, Скорпион, информатор очень осторожен, поэтому он сперва спросит о погоде. Что бы он тебя ни спросил, ты ему ответишь: «Чувствую себя живым». Все ясно? И больше ни с кем не разговаривай. Мистер, нравится погода? Чувствую себя живым. Смотри, чтобы у нашего информатора не было неприятностей. А потом отведи его в убежище. Они меня прижали! Вытащи меня отсюда! Круто!